Это еще что такое? Черт, ракета! Держитесь! Высота. 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 Ты вся еще жив. Давайте. Нам нужно торопиться, пока не прибыли поисковые отряды. У нас потери. Полсон и оба пилота мертвы, сэр. Зараза. Ладно. Зона посадки не так далеко. К вам летит AC-130, но ему нужно время, чтобы добраться до вас. Прием. Вас понял. Конец связи. AC-130, да? Давно я на таком не летал. Никому не высовываться. Проблемы нам не нужны. Сэр, с севера приближаются машины. Под мост, быстро! Так, выходим! Что за помойка? Стойте! У нас гости! Что здесь происходит? Вам чего нужно? Не надо разыгрывать из себя идиота! Мы знаем, ты их где-то прячешь. Прячешь? Кого? Там у тебя обещание, о чем вы вообще? А? Ладно, прикончим этих ублюдков, пока их старика не убили. Выход! Слишком тихо. Черт, куда они подевались? Наверняка они сменили позицию. Пытаются отрезать нам путь где-нибудь впереди. Всем быть на чеку. Oh!
Похоже, они не знают, где мы. Пусть так все и останется. Так, идем дальше. Быстрее. Стойте. На мосту впереди часовые. Следите за прожекторами. Идем дальше. Никому не высовываться. Засекли! Открыть огонь! Ответный огонь! Переходим через поле! Вперед!
капитан Прайс, в амбаре Стингера. Хватай Стингера, стреляй по вертолету! Быстрее! Черт, он выпустил сигнальные ракеты. Не так все будет просто. Соу, хватай еще один Стингер и открывай огонь! Устроим ему проверку! Молодчина, Сол! Отлично, Сол! Все ко мне! Выдвигаемся! Внимание! В ваш квадрат входит AC-130. Конец связи. Б-6, говорит боевой молот. Жду сигнала. Слышал, вам нужна помощь. Приказывайте. Боевой молот! Опасная ситуация! У противника бронетехника и пехота. В 100 метрах к юго-западу от нашей позиции. Прием! Вас понял. Снижаюсь. Что творится, дружище? Б-6, мы прикроем вас до зоны посадки. Вам лучше поспешить. Вас понял, боевой молот. Выдвигаемся. Конец связи. Так,